нас сегодня мероприятие проходит, нетрезвоводитель по нашему министерскому приказу 4609. Вот, мы вам такую памятку дарим. Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Одинцовском городском округе. Автоинспекторы напомнили участникам о том, насколько опасно управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и вручали тематические листовки. За первый квартал 2021 года на территории Одинцовского городского округа произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 человек. Сотрудниками дорожно-патрульной службы как Одинцовского ГИБДД, так и 10-го батальона пресечено порядка 200 водителей, управляющих в нетрезвом состоянии. За управление автомобилем в нетрезвом виде водитель может лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, получить административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В ходе рейда госавтоинспекторы проверили более 100 автомобилей. Был выявлен всего один нарушитель. Но эта проверка далеко не последняя. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».